Как вас зовут? Надежда. Надежда. А сколько у вас деток? Двое. Двое, да? Друзья, сегодня мы приехали в семью, где двое деток. Они живут в поселке Луганское. И привезли вот наш продуктовый набор. Это благодаря вам, дорогие друзья. Дело в том, что здесь раньше сильно бомбились, да? Очень. А в ваш дом были попадания или нет? Нет, рядом. Осколки. Осколки. А сейчас как обстановка? Тоже стреляют, слышно хорошо. Бахают. И свисты даже слышно как очень. Да, очень. Ну а сейчас перемирие, вроде тише стало. Пока тихо, да, тихо. И вы вот этот с детками здесь живете, здесь, да? Здесь, да. Друзья, очень такое, знаете, опасное место, где они живут, в поселке Луганском. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон за то, что вы помогаете деткам, живущим на линии фронта. Спасибо. Спасибо. Спасибо.